Всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня посмотрим, что можно и нужно носить в 40 и в 50. Базовый гардероб современной женщины элегантного возраста должен содержать минимум вещей, идеально сочетающихся друг с другом. Этот предмет базового гардероба особенно актуален. Слегка облегающий силуэт, удлиненные модели и модели стиля оверсайз остаются всегда на пике популярности. Стоит отдать предпочтение не только однотонным пиджакам, но и моделям в клетку или яркого сочного оттенка, который вас дополнит. Они хорошо впишутся в любой стиль, ну а если вы предпочитаете пиджак из кожи, он обязательно украсит любой базовый гардероб. Согласитесь, что такая длина юбки или платья всегда выглядит достойно. Моду на юбки миди вела несравненная Коко Шанель в 40-х годах 20 века. Она решила, что щиколотка – одна из самых обольстительных частей женского тела, и поэтому не стоит ее скрывать. Конечно, Шанель за такое новшество готовы были растерзать. Общество полно предрассудков, что поделаешь. Тем не менее, дамы с радостью стали носить нововведения модельера. Выбирайте брюки классического кроя. Высокая посадка и четкие стрелки на брюках подойдут фигуре каждой женщины вне зависимости от ее типа. Они придают статусность и стройность любой возрастной женщине. Кроме того, их можно надевать с любым верхом и в любую ситуацию. В тренде 2022 году будут зауженные к низу брюки, комфортные кюлоты, модели длины 7/8, кожаные и твидовые изделия. Модель пальто ниже колен классического фасона должны найти место в гардеробе каждой возрастной женщины. Выбирайте классические модели. Во-первых, классика всегда на пике популярности. Оно способно выручить вас в любой ситуации. На работу, на деловую встречу или просто для прогулок. Выбор классического пальто – задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы ваш вид был идеальным и создавал у окружающих только приятные впечатления, прислушивайтесь к рекомендациям и советам стилистов. Но самое главное, чтобы в этой одежде в первую очередь чувствовали себя комфортно именно вы. Желаю вам отличного настроения, пишите свои комментарии и не забывайте подписываться.